Благоустройство дворов – тема, которая никогда не теряет актуальности. Асфальтированные тротуары, парковки, удобные функциональные спортивные детские площадки хотят видеть из окон своих домов все горожане. Ждали этого и жители Петровского проезда, проживающие в домах номер 30, корпус 1 и 2. И вот, наконец, в начале августа начались ремонтные работы. С 92-го года живем. Первый раз вот у нас идет ремонт. У нас ничего не делали. В 2016 году эти дома вошли в план комплексного благоустройства. Два корпуса 30-го дома были переданы в муниципальную собственность около 5 лет назад. Территория была крайне неухоженной. Мы встретились с жителями, договорились о плане благоустройства. Устраиваем просто огромное парковочное пространство с тем, чтобы исключить отстой транспорта вдоль второго футбольного проезда. Также парковки будут и во дворе дома, и позади него. Полностью восстанавливается уличное освещение. Детскую площадку тоже ждет преображение. Здесь положат мягкое покрытие, которое позволит малышам не испачкаться пылью и зеленью травы летом, а также наслаждаться игрой на площадке даже осенью, после дождей. Для жителей ремонтные работы не создают особых проблем. Они так долго ждали этого благоустройства, что готовы терпеть шум работающей техники и другие неудобства, лишь бы избавиться от огромных луж и плохих дорог. Это ерунда, мы и будем ждать. Только бы сделали, что, господи, нет. Это ничего, у нас все нормально. Я и водичкой им начала кипяточку попить, чай. Ничего страшного. Все работы в этом дворе будут завершены к 1 сентября. И уже совсем скоро жители смогут насладиться всеми удобствами в своей обновленной придомовой территории. Наталья Буслаева, Владимир Гужонов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.